У меня к тебе лишь один вопрос. Нужно ли это именно тебе? Давно это было. Раньше в голове стоял тот, чье имя осталось неизвестно. Решил он как-то наделить отдельных личностей властью над стихиями и катастрофами. Такие как извержение вулканов, землетрясения, падение метеоритов. Тебе известно крушение самолетов? Да, которое характерно мне. И был лишний.